Добро пожаловать в мир любви и гармонии, в мир свободы эмоциональной и физической, свободы от негативных эмоций и мышечного напряжения. Я Сюзанна, и я буду вашим гидом на пути к внутреннему миру и балансу. Я предлагаю вам вместе со мной открыть в себе мир бесконечных возможностей, мир покоя и любви. Я предлагаю вам настроиться на волну радости и естественного исцеления, на волну привлечения добра и благополучия. Найдите для себя удобное место, так, чтобы никто и ничто вас не отвлекало. Итак, начнем. Я посвящаю этот момент себе. Этот момент только для меня. Мое дыхание становится глубоким, спокойным. Я желаю расслабить свое тело. Я желаю отпустить любое напряжение в своем теле. И я отпускаю напряжение в шее, плечах, руках. Мой вдох спокойный, глубокий. Я ощущаю, как волна приятного расслабления разливается по всему моему телу, от макушки головы вниз к пальчикам ног. В моем теле легко и естественно растворяется напряжение. Я чувствую полное приятие себя, такой, какая я есть. Что бы ни произошло со мной в прошлом, я целиком и полностью понимаю и прощаю себя. Я прощаю себя и отпускаю напряжение. Я растворяю в своем теле усталость и любые негативные эмоции. С каждым новым вдохом напряжение и усталость растворяются. Я хочу сделать 5 глубоких вдохов. И когда я дойду до нуля, мое тело будет абсолютно мягким, расслабленным, счастливым. 5. Еще глубже становится мой вдох. 4. Еще больше растворяется напряжение в шее и плечах. 3. Растворяю напряжение в руках и груди. 2. Растворяю любые остатки напряжения в бедрах и ногах.
один. Чувствую, как волна легкости и радости разливается по всему моему телу. Ноль. Чувствую глубокое расслабление каждой клеточкой своего тела. Теперь легко и естественно я готова восстановить внутренний мир. Я проговорю эти слова 3 раза и верну себе чувство покоя, благополучия, полного приятия себя. Внутренний мир. Внутренний мир. Внутренний мир. Я решаю вернуть каждую частичку себя себе. Я решаю вернуть себе чувство нежности, осознанности, чистого и спокойного восприятия этого мира. Я решаю очистить каждую клеточку своего мозга от ненужной информации. Я решаю очистить свое тело, каждый орган, каждую клеточку от любой болезни. Я избавляю мое тело от боли, от неудач и тревог. Я легко и естественно очищаю свое тело. Я очищаю свое тело от страхов, волнений, злости. Мне это больше не нужно. Мое тело – дом моей души. Я очищаю свой дом, избавляюсь от грязи и хаоса. Мне это больше не нужно. Я решаю полностью понять и простить себя, что бы ни было в моей прошлой жизни. Я себя понимаю и прощаю. Я решаю допустить чистую и безусловную любовь к себе. Я решаю питать мою душу чистой, светлой любовью. Я решаю открыть свое сердце. Я решаю растворить в своем сердце любые обиды, тревоги, страхи. Я решаю смягчить свое сердце, дом моей души. Я чувствую, как божественная любовь вымывает из моего тела любые невзгоды, проблемы, боль и тревоги. Я чувствую, как божественная любовь вливается в меня, насыщая каждую клеточку моего мозга и тела. Тепло и любовь наполняет все мое тело. Легко и радостно все мое существо наполняется божественной любовью. Я чувствую полное приятие себя. Я сияю, я купаюсь в любви. Все мое существо излучает теплый свет любви. Этот теплый свет очищает все пространство вокруг меня, всех моих близких и родных людей. Я чувствую себя чистым, божественным творением. Я — часть всего живого на этой земле. Жизнь — это божественное творение. Я —
это божественное творение. Я чувствую внутренний мир и покой. Теперь, что бы ни произошло со мной, я способна вернуть себе чистое восприятие мира и ощущение безопасности. Мне интересно жить на этой планете. Я готова открывать в себе новые возможности. Я люблю жизнь. Я чувствую счастье. Счастье. Счастье.